Три хоккейных корта капитально отремонтируют в Вологде. В рамках подготовки к зимнему сезону приведут в порядок и остальные ледовые площадки областной столицы. Эта работа уже началась и идет по графику. С подробностями Алена Закатаева. Всего в Вологде около 30 хоккейных кортов. Часть из них на балансе города, а часть в ведении управляющих компаний. Ремонтируют и те, и другие. Обновляют ограждения, приводят в порядок сетки, а три хоккейных коробки предстоит капитально отремонтировать. Так, например, здесь, во дворе дома номер 33 по улице Новгородской, рабочим предстоит большая работа. Необходимо будет покрасить и закрепить столбы, а также восстановить сетку. На некоторых участках она просто отсутствует. Кроме того, здесь установят калитку и обновят спортивный инвентарь. Работы необходимо будет закончить до наступления заморозков. Также в списке площадки на Пионерской 32 и Разина 15. Сейчас специалисты готовят всю необходимую документацию для проведения конкурсных процедур. Как только подрядчик будет определен, начнутся работы. Кроме того, ждет ремонт и площадку на улице Ярославской. Хоккейный корт на улице Ярославская 8А будет отремонтировать в рамках проекта «Шефы», управляющей компании, на территории которой этот спортсооружение расположен. А что за ремонтные работы там будут производиться? Ремонт бортов, заливка, ремонт освещения, ну и уборка территории. Все хоккейные корты должны привести в порядок до ноября. После этого, если позволит погода, начнется заливка катков. Традиционно они будут располагаться во всех районах города, ведь большинство из них используют для проведения многочисленных соревнований, праздников и акций, причем и зимой, и летом. Зимний период – это, в принципе, место, где ребятки играют в хоккей. А в летний период мы проводим различного рода мероприятия подвижные. Это могут быть какие-то игры, это могут быть какие-то соревнования. Это бывают площадки для творчества. Проектов. Подготовят и хоккейные корты города, которые находятся в ведении спортивных школ областной столицы. Это площадки на Горького и Беляева. Там зимой будут тренироваться юные спортсмены Вологды, фигуристы и хоккеисты. Алена Закатаева, Михаил Прищев, Вологда Портал.